Денис, я видел ужасающие кадры, что из себя представляет сегодня Мариуполь. Я помню, когда мы были вот летом, когда мы были на базе Азова и общались, Мариуполь красивейший город, ухоженный, красавец город был. То, что я сейчас увидел, вот то, что показывают и зарубежные агентства, это просто кошмар. Скажите, пожалуйста, что-то осталось от Мариуполя или города нет? Знаете, Дмитрий, сейчас камня на камне не осталось. Противник использует тактику выжженной земли. Он без разбора работает авиацией, артиллерией, тактическими ракетами, крылатыми ракетами, тактическими ракетными комплексами. Абсолютно без разбора. По всем объектам критической инфраструктуры. Разрушили много больниц, госпиталей, драмтеатр. Очень много объектов критической инфраструктуры. И сейчас выйти на улицу, увидеть хотя бы один целый неразрушенный дом, это крайне сложно. Это просто-напросто руины, можно их сравнить с Дрезденом 45-го.